Всем привет! Сегодня у нас 1 мая, выходной получается. Все как бы выходные, никто не работает. Я решил тоже поехать покататься сегодня в сторону трассы здоровья. Покатаюсь, поснимаю, короче, вам разное. Все, что вижу, буду снимать, короче. Так что все, всем пока! Приехал в центр. Как видите, сзади меня оперный театр, всем известный. Сейчас поеду на трассу здоровья. Одесские дворики сверху. Это был старый заброшенный фонтан, никому не нужный, но одесситы города сделали ремонт, и сейчас теперь вот какую сделали красоту. Поставили скамейки, сделали ремонт фонтана, мусорные баки вокруг. А вот там вот получается памятник погибшим солдатам.
короче, уже на место, на трассу здоровья. Сижу, отдыхаю. Хочу вот там, короче, впереди есть спуск. Ну, разгон, там дальше спуск потом и резкий подъем. Потом опять спуск вниз к морю. Только плохо, там сейчас ходит много людей. Сегодня 1 мая. Все идут к морю шашлыки делать. И там дорожка, короче. Не знаю, смогу ли я там проехать или нет. Надо подождать, пока люди пройдут все, чтобы никого не было. Вот сейчас я вам покажу. Здесь, получается, я съезжаю. И вот туда вот вниз аж, а там дорожка, там люди ходят. Сейчас пока отдохну на скамеечке.